Духовник музыкально-хоровой студии «Угреша» иеромонах Филарет в сослужении руководителя студии и преподавателя в священном сане совершил в храме Успения Престой Богородицы молебен о благополучии предстоящей учащим и учащимся совместной работы, благословив юных певчих на труды праведные. Окропленные святой водой, студийцы чинно проследовали в трапезную. И пока детвора лакомилась вкуснейшей монастырской выпечкой, взрослые, как и полагается, говорили о планах на будущее. Много хороших перемен для родителей, для детишек впереди. Новые предметы появятся, гитара и музыкальная литература. То есть выйдем на новый уровень учебный. В том году выпустились уже, но в этом году мы все-таки будем продолжать. Батюшка благословил нам еще обучение, продлил. У нас теперь будет хор. И, возможно, мы будем заниматься гитарой. Так что мы с удовольствием не хотим уходить. Жалко было расставаться с хоровой студией, потому что тут, правда, сплоченный коллектив. Жалко расставаться со своими друзьями, с педагогами. Пятый юбилейный год, по словам руководителя хоровой студии иеромонаха Александра, станет ответственным этапом в ее биографии. Угреша уже давно является родным домом не только для ее 44 воспитанников, но и для педагогов, которые сегодня с трудом представляют свою жизнь без шумного, непоседливого мальчишеского сообщества. Обычно начало года – это суета, беготня, с корабля на бал, все приехали, прибежали. А тут молебен начался, и думаешь, какое счастье, что ты имеешь хоть какое-то отношение к этому, да? Что ты приходишь сюда, что ты продолжаешь общаться. Занятия в классах студии, паломнические поездки, участие в конкурсах, фестивалях и благотворительные концерты. Сфера деятельности музыкального православного коллектива «Угреша» широка и интересна. Но главное, что здесь ребята не просто получают музыкальное образование, а обретают твердую духовную основу. Может, и незаметные на первых порах, их нравственное становление формируется под влиянием опытных наставников и в общении с товарищами по студии. Мне нравится сюда ходить, потому что, в общем, тут очень дружный коллектив, сплоченный. Мне всегда хочется заниматься всем, что тут происходит. Тут очень добрые педагоги, хорошие отношения. Я скучал больше по хору и по сольфеджио, и по церковно-славянскому языку. Напоминаем, музыкально-хоровая студия проводит дополнительный набор мальчиков в возрасте от 5 до 13 лет. Прослушивания будут проходить с 1 по 15 сентября в помещении хоровой студии по адресу площадь Святителя Николая, 4. Подробную информацию можно получить по телефону 8 906 069 76 91.